Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Акамарачи. В этом видео я вам подскажу, как настроить эмулятор Blue Starks для игры в рыбалочку World of Fishers. Все прекрасно знают, что данная рыбалка у нас находится на Android, iOS и ПК. Но, к примеру, мне удобнее играть намного через эмулятор. И мы не можем нажать на две клавиши вываживания рыбы. И чтобы это сделать, нам нужно настроить клавиши. Все очень просто. То есть, вот у вас Blue Starks. Открываем вот конфигурацию кнопок, открывается вот область, как вы видите. Рыба пусть там клюет, она сейчас нам не принципиально. И мы нажимаем на вот эту вот область, мышкой задерживаем ее и перетягиваем в любое место на экран. И назначаем здесь клавишу, к примеру, Т, да? Или назначаем там клавишу Е, какую вам будет угодно. То есть у вас клюнула рыба, вы ее подсекли и... Потом, когда у вас появляются две клавиши, вы их назначаете. Здесь я назначил H, то есть это удочка. И сейчас я уберу. Здесь я назначил клавишу G, как вы можете наблюдать. Здесь я назначил пробел. Почему назначил пробел, сейчас поясню. Потому что, когда сюда попадает рыба, то есть рыба, окно рыбы, давайте проверим. Я, естественно, ее автоматически продаю пробелом. Иногда, допустим... Мне мышка неудобна, я пью чай или еще что-то делаю, и, естественно, пробелом намного проще продать. Почему настроил на продать, я думаю, все понятно. Как бы, вот и все видео обучение, давайте сейчас протестируем, чтобы вы увидели, что это как бы все правда, и что без мышки можно спокойно ловить. Вот, первая поклевочка, на G мы сразу подсекаем, и вот я клавишами прекрасно тащу рыбу, то есть вот сразу двумя одновременно, точно так же, как на Android или на iOS. То есть вот у нас великолепно эмулятор работает без проблем. Поэтому вот вы можете спокойно скачивать, ставить, настраивать клавиши и вот вылавливать рыбу. Пробел у нас точно так же работает. Всем спасибо за внимание, с вами был Герман, канал Акамарачи. Если я вам помог, подписывайтесь на канал, большие пальцы вверх, колокольчик. И всем добра, удачи, нехвастанчуши. Пока-пока!